Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA сети, и ты станешь богат, мой друг! Ну что, так лучше? Я нашел наушники, все ради вас, пупсики. Лучше слышно так. Как нет звука? Вот наушниках, смотри, сижу. Должно быть громко. Сейчас еще громкость включу. Вот смотрите, вот так вот должно быть четко, мне кажется, сейчас. Четко или не очень? Не, не CLS, Ешка говорил. Все, супер. В общем, друзья, за звук как бы, ну, вот это максимум моих возможностей на сейчас, поэтому будет такой. Начал говорить в тот раз, что, ну, решил ввести новую рубрику. Потому что последняя наша трансляция, которая была ответом на ваши вопросы, я понял, что она, блин, была очень горячей, было очень интересно, было очень круто. Поэтому, да, в плане, вот вам не угодите, банда, вот кто-то говорит лучше, кто-то... Вот так нормально слышно? Ну, вот так вот должно быть супер, наверное, вообще просто. Нормуль? Ну все, ништяк, все, ну блин, я, кстати, не знаю, я потом записи смотрю, трансляцию, у меня нормально слышно. В общем, друзья, охуительно, когда все охуительно. В общем, так как наша последняя трансляция с ответами на ваши вопросы, во-первых, была очень горячей, надеюсь, вам понравилось, мне тоже очень понравилось, было очень круто и интересно, и я решил сделать эту трансляцию еженедельной или ежедвухнедельной, там как будет получаться, сейчас просто дел реально куча. Ну вот, и расскажу забавную историю, а потом про новую рубрику в Перископе. То есть вот сейчас я ехал, думаю, дай Перископ замучу за рулем. И что вы думаете, реально чуть не въебался практически, когда писал название трансляции и в последний момент успел затормозить. То есть опасно за рулем, вот припарковался, стою, как бы ничего не нарушаю, все нормально, и с вами провожу. В общем, друзья, новая рубрика «Инсайт за 3 минуты». Почему я ее сделал, для кого она нужна и чем она будет интересна? Короче, сделал я ее, потому что никакая бы не была горячая трансляция, я понял, что формат Перископа на самом деле... Не, без ругани невозможно. Это миссия невыполнима просто, делай деньги. Ну вот, я понял, что, друзья... Да ТАСС, девятка, Лада, Веста. Ну вот, я понял, что, друзья, что... Что все-таки... Часовые трансляции, полуторачасовые, у нас с вами были долгие перископы, вы все знаете. Это, конечно, крутая тема, но, в принципе, перископ на самом деле заточен под быстрые трансляции с умными мыслями. Соответственно, я понял, что даже мне иногда скучно смотреть прикольные трансляции по часу. Я думаю, блин, просто пиздец заебывает. Ну, как бы реально тяжело и реально устаешь. Поэтому будет заметка, инсайт за 3 минуты, где я буду делиться с вами своими мыслями на тему бизнеса, либо жизни, либо мотивации, либо мышления. Надеюсь, будет полезно.
около 40% своего дохода. Так как мы понимаем, что Пятерочка, вот эти все магазины, они далеко не лухари, и как бы продукты там как бы дешевые. И если человек тратит 40% своего дохода на еду, при том весьма недорогую, то хочется спросить, а черт возьми, а остальное это все как? Ну, реально как просто, как восполнить невосполнимое практически? И вот как раз, чтобы вот такой ситуации не было, вот мне реально эта цифра, она реально... страшно даже стало немножко. Вот я понял, что вот единственный выход — это выйти из зоны комфорта и сделать бизнес. И как, знаете, давайте в конце каждой трансляции, чтобы если кто-то не хочет смотреть мой пиздеж долго, сделаем как красная черта подведение итога. Итак, зачем выйти из зоны комфорта? Чтобы сделать бизнес и чтобы твоя жизнь сложилась именно такой, как ты хочешь. Вот и